Ну что, всем привет. Всем хороший. Сегодня что у нас? Всем хорошего четверга. Привет, Максим и все вновь присоединившиеся. Что-то вы активны средь бела дня. Что, не работаете, что ли, все? Или с работы инкогнито заходите? Блин, чуть бы... Ну-ка, колитесь. Как это вам так удается в моем эфире сидеть? Что-то неожиданно набираете обороты. Ну что, я вам могу только напомнить, что я вас всех жду на моем бусте. Ссылка на мой бусте сверху будет над прямым эфиром, который закончится, пока не решила во сколько. Все зависит от того, как хорошо или плохо вы себя будете вести. Виктор пишет, что не все работают, оказывается. Все, как и я, бездельники. В прямом эфире торчим. Блин, почему у меня нос чешется? Хотя на слово «бездельник» у меня нос зачесался, значит, я вру, что я бездельник, да? Ну да. Из меня вышел бы хреновый бездельник. Ну что, рассказывайте. Как ваши дела? Чем вы занимаетесь сейчас, помимо того, что сидите в моем эфире? Знаю, что многие из вашей луны боятся заходить в эфир напрямую. Вот. И, короче говоря, смотрят потом запись. А Расим спрашивает, о чем трансляция или просто скучно стало. Трансляция о том, что у меня есть Boosty-канал, на который я вас всех жду, кстати говоря. Готовы? Небось, скучаете без моего канала. Все мои эфиры про то, что у меня есть мой канал Бусти. Тьфу, реклама Бусти, в общем. Ну да, что в этом такого? Я лично рекламирую свой канал, на котором очень много фото и видео. У нас люди не любят рекламу, даже такую полезную, как моя. Ну и заодно я готова ответить на все ваши вопросы. Расим пишет, конечно, лично, кто бы еще рекламировал бы. Ну, как минимум, человек, которому я бы могла заплатить, мог бы рекламировать мой Boosty. Так что вот так. Периодически мой Boosty рекламируют, и я за это, кстати говоря, плачу, поэтому... Блин, что-то я... Самое ужасное — охота спать, но если я пойду спать... то я не смогу уснуть. Христофор пишет, что за Е. Бусти. Давайте поднимем какую-нибудь другую тему и пообщаемся. Кстати говоря, в предыдущем видосе я ответила на все ваши самые популярные вопросы, которые вы задаете мне обычно в личных сообщениях. Вот. И самый популярный вопрос у вас, какой у меня размер груди,
И он был первым, этот вопрос, который достался мне в этом чулке. Вот. Ну, кстати, кто смотрел мой видос, где я отвечаю на вопросы ваши, между прочим. Кто из вас? Поставь телефон дальше. Роман, есть куча фото и видео, где телефон поставлен дальше на моем бусте. Вот. А тут телефон я могу держать только так. Вот так. Пришлось немножко отвлечься, ответить на сообщение нужно было срочно. Поэтому вышло немножко. Эфир лагает, не лагает. Можете мне дать обратную связь. Блин. Всем привет, кто присоединился только сейчас. Да смотри, что-то вы опять молчите. У нас с вами... Хотя нет, предыдущий эфир был достаточно активным. Вы мне какие-то вопросы задавали, на них отвечала. Да, все-таки лучше вечером. Вечером вы как-то реально... Я сама, знаете, вечером более активная, чем днем. Может быть, еще сегодня вечером выйду в эфир. Поэтому следите за мной. Ладно, я пойду. Всем пока.